Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет о Göbekli Tepe. Я уже сделал одно или два видео на эту тему. Подсобрал еще немного информации, решил продолжить. Недавно я сделал видео о другом, по-моему, Кархан Тепе, что-то такое. Археологический сайт такой же древний возле Göbekli Tepe. На расстоянии, по-моему, 36 километров, если мне память не изменяет память. Официально наука говорят, что это два этих археологических места. Они одной и той же цивилизации. Согласно официальной версии, Göbekli Tepe был основан примерно 9500 лет до нашей эры. То есть это 11500 лет назад, и заброшен примерно 8500 до нашей эры, либо 8000 лет до нашей эры. То есть это приблизительно 10 тысяч лет назад. Это с даты какие-то, ну, минимум, поражают, так как это глубокий каменный век. Это конец палеолита, еще, по-моему, мезолит не начался. Конец палеолита и конец каменного века. 11500 лет назад – это конец каменного века. Согласно уже официальной версии, в это время упал астероид в районе Гаявата кратер Гренландия, и один его кусок упал где-то в штате Огайо, где-то там, вот, где Великие озера, где-то там, в том районе. И он упал в 2-километровый ледник и моментально его испарил, но кратера не осталось. Астероид был не сильно большой, ну, этот кусок. А второй, который упал в Гренландии, Гаявата кратер, он пробил там 2-километровый ледник и образовал кратер диаметром примерно 31 километр. И вот есть предположение, но гипотеза, уже научная гипотеза, многие ученые как бы к ней согласны с ней, что именно падение этого астероида вызвало конец ледникового периода. Еще некоторые ученые тоже предполагают, что произошло так называемый сдвиг земной оси примерно на 11-13 градусов. Ни одного момента, никто не говорит, что оно там в одну секунду произошло, но сдвиг произошел, и в Сибири стала вечная мерзлота, а в Европе закончился ледниковый период, в Европе и в США. А в теплой Сибири относительно стала вечная мерзлота. Thank you.
Значит, по Göbekli Tepe, там очень много древних сооружений, очень много древних статуй. Официальная наука говорит, там, палеолит. Я, судя по внешнему изображению этих статуй и всего прочего, как по мне, это конец каменного века, начало медного века. Я не знаю, я там со свечкой не стоял. Я обычно говорю, что может быть там древнее про все вот археологические места. А тут с точностью наоборот. Археологи говорят там какие-то умопомрачительные даты, какие-то невероятные. А я говорю, вот, судя по вот этим статуям, ну, какие-то не слишком совершенные вот для такого каменного века, где даже еще луков не было, где люди бегали с каменными палками, где, ну, 9500 лет до нашей эры, это 11500 лет назад, еще не было ни луков, еще не было ни домашних животных, ни собак, никаких там лошадей, ничего этого, ни коров домашних, ни коз, ничего этого не было. Люди жили в глубоком каменном веке, в глубочайшем. Еще не было ни обжига горшков, не знали, как обжигать глину, ни глиняных кирпичей, ничего этого не было. То есть это глубокий каменный век. И вдруг такие совершенные статуи, такие изображения, такие что-то такое, вот, ну, как по мне, что-то странное вот для такого глубокого каменного века. Уж больно оно там совершенное. Как по мне, конец каменного, начала медного века. Ну, кто его знает? Я в видео покажу множество статуй этих Göbekli Tepe и прочего там изображений там. Все остальное вы увидите дальше видео. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.